волновалась, сейчас ощущение, может быть, счастья какого-то. Я всегда хотела петь. И вот мой первый сольный концерт, надеюсь, не последний. Переволновалась немножко на одну песню, ну, бывает. Все-таки первый сольный концерт. 17 песен — это много, особенно таких разных. В основном пришли мои родственники, знакомые, но я не ожидала, что будет именно такой почти набитый зал. Я себя вижу на оперной сцене одного известного миланского, как это называется, оперного театра «Ла Скала». Вот это моя мечта — там петь. И выступать. Нет, это, я люблю слушать там некоторых исполнителей, но так у меня голос не попсовый. Я заканчиваю музыкальную школу с красным дипломом, лучшая на вокальном отделе, и 7 июня будет концерт в Большом зале ДК. На луне.
я просто в восторге. Молодец, такая умница. Применила буквально все, что она взяла в школе. И собралась. И в ее 14 лет, и такая большая публика, и большая сцена. И с микрофонами мы поем очень-очень редко. Вот, и она собралась и выложилась, и очень эмоционально исполнила все произведения. И артистично. Я очень довольна ей. У нас в программе школы вообще заложено вот сольные концерты детей. Но вот мы проводим обычно эти сольные концерты в своем помещении, там, в маленьком зале, или в третьей школе, или у нас в музыкальной школе. Вот. На сей раз мы уже решили провести во дворце, на сцене, как положено. Вот. Ну, Маша, она такая яркая натура, она одаренный человек. Вот. И как-то я в нее поверила. И она мне не подвела. Сейчас, конечно, я хотела бы, чтобы она обязательно поступила в музыкальное училище, затем в консерваторию, а там уже дальше жизнь покажет. Очень волнующее ощущение. С одной стороны, такая огромная-огромная гордость, радость за своего ребенка, за то, что она вот такая упорная, настойчивая, за то, что она нашла то, что ей нравится в этой жизни. Вот она получает огромное удовольствие от музыки. Не приходилось подталкивать. Мы совершенно случайно пришли к этому. Она ходила на детский фитнес, маленькой в 4 года, и преподаватель заходит, говорит: «Анна Александровна, а у вас где-то поет?» Я говорю: «Нет, она у нас вообще не поет». Мне говорят: «Зайдите в бассейн, послушайте, когда мы плывем». Маша маленькая, она была самая маленькая в группе, на рукавнике, плывет на спине, глаза закрыты, и во весь голос поет. Это было таким открытием для нас. Я у нее спросила: «Ты хочешь петь? Тебе нравится петь?» «Да, хочу». Пошли мы в музыкальную школу, но нас сразу не взяли, очень маленькие. А уже в 6 лет, перед первым классом, нам позвонили и нас пригласили. И вот с тех пор Маша посещает абсолютно все занятия. Ей нравится и сольфеджио. Она очень любит музыкальную литературу. Ну, вокал – это даже вне конкуренции. Плюс через пару лет она еще начала заниматься игрой на гитаре. Ей тоже очень нравится. Дома она так, конечно, не поет, как на сцене. Если она дома что-то разучивает, это под инструмент. Иногда она даже... у нас электронный инструмент, она просто наушники надевает, и оно не звучит так, вот, как звучит в зале. Маша еще чересчур юна, ей 14 лет. И она просто должна определиться. Сегодня одни приоритеты, кто знает, что будет через год, через два. Она достаточно сильно меняется в течение жизни. И понятно, что со стороны влияний, интересов, каких-то новых впечатлений очень много. Что она выберет, то, конечно, мы всегда поддержим. Масса удовольствий. Такому ребенку нужна перспектива и дальше себя совершенствовать. Понравилось. Она здорово пела. Она молоденькая, но у нее все отлично получилось. Даже когда она запнулась, она справилась со своим волнением.
Мне очень понравилось. Выступала наша знакомая, мы с ней вместе учились. Очень красиво пели, от нее можно было, конечно, ожидать всего, чего захочешь. Она очень талантливая, вот. И она очень красиво поет, и мы желаем ей в будущем только успехов. Маша была очень талантливая, она всегда была такой, чтоб молодец, чтобы она везде выступала. Учились тут на месте? Да, мы в музыкальной школе.